Да, в Арцахе им удалось в военном плане прочертить такую линию или занять такие стратегические позиции, из-за которых нам будет очень сложно обороняться. Но я вам скажу, что это возможно. Для всего есть решение. Как было возможным до 9 ноября обороняться? Если бы не было перемирия, было возможно продолжать войну. Мы пошли на этот позорный шаг по вине пашинянов. Сейчас также, несмотря на то, что в Арцахе у них есть большое преимущество, несложно за очень короткий промежуток времени изменить это преимущество. То преимущество, которое у них было в Арцахе, они попытались добиться того же 13 сентября, что в определенной степени им и удалось сделать, захватив многочисленные стратегические позиции в восточной части.